местных трейлерщик. Они работают летом. Здесь на побережье штата Вашингтон. В основном работают на донных рыбах или хеке. Пиохек подходит. Вот так упаковывает, наверное, тон 50 продукции в свой трюм. Траловые доски, это тоже помогает тралу раскрыться и не запутаться. Порт приписки не АБ, это океанская часть штата Вашингтон. Резервация индейцев там большая. Те, которые ни хрена не делают, только деньги получают.